Если владелец этого имени неуважительно относится к природе, то он вредит самому себе и за все проделки будет наказан. Лучше быть заботливым. Владельцы этого имени будут проявлять во всем инициативу и не любят рутину. Выносливость, происходящая от силы духа, проницательность, часто жизненное кредо, все или ничего, свойственны для этого имени. Умение доводить дело до нужного завершения – первый принцип этого человека. Это сильные личности, способные привлекать внимание людей за счет своего обаяния. Готовы идти к поставленным целям любыми путями. Не обещайте человеку с гласной «и» в имени нереальных вещей. Не поверит, поскольку трезво смотрит на вещи. Наделяет ощущением, что жизнь не бесконечна и не следует откладывать на завтра то, что можно сделать сегодня. Нужно действовать каждую минуту эффективно. Эти люди замечают мистические знаки очень просто. Иногда им достаточно посмотреть на циферблат часов или номер едущей рядом машины. Если этот человек чем-то увлечется, то может даже пойти на глупый риск. И сообщает характеру дипломатичность как защитную реакцию на грубость, давление со стороны. Часто носители этого имени начинают заниматься колдовством и экстрасенсорикой, причем успешно. Из них получаются неплохие целители, экстрасенсы, гипнологи. В страсти к разнообразию, особенно в мелочах, может проявиться мотив его жизни. Внешний человек показывает практичность как ширма для сокрытия романтической мягкой натуры. И тонкая духовность, чувствительность, доброта, миролюбие. В тех именах, в которых встречается гласная буква «А», труд – их природная потребность. Но не любой труд, а лишь тот, который они самостоятельно выберут. Буква «К» в имени указывает на большую твердость, бронебойность. Может быть и великодушным сопереживающим человеком, филантропом, стремящимся подняться на высший духовный уровень. Из-за того, что они переживают, могут становиться филантропами. Они всегда стремятся отыскать во всем правду. Буква «У» в этом имени означает развитое воображение, великодушие, доброжелательность и порой излишнюю прямолинейность. Владельцы этого имени всегда подумают, прежде чем начать действовать, но их действия в основном приводят к застою в делах. С уверенностью можно сказать, что владельцы этого имени находятся под космическим влиянием. Владельцы этого имени часто обладают непростым характером самовлюбленность и эгоистичность. У них парадоксально сочетается с добротой и отзывчивостью. Размышление, обдумывание перед началом дела, ориентация на семью, готовность помочь, иногда капризность – вот истина этого имени. Носителю имени не придется заставлять трудиться. Люди с буквой «М» в имени обладают превосходным умением решать сложные задачи и проблемные ситуации. Буква «Р» в имени символизирует решительность, высокую работоспособность, умение правильно анализировать ситуацию. Они также зачастую довольно мягкие, но иногда за этой мягкостью скрывается внутренняя угроза и жестокость. Дорогой друг, поставь лайк под видео и подпишись на канал. Мы зависим от твоей помощи.